40 лет бережно храня русские традиции и воссоздавая народные праздники. Фольклорный ансамбль «Родник» отметил круглую дату большим отчетным концертом «Времена года» в Одинцове. В программе театрализованные постановки с подборкой из лучших номеров за все годы. Мы решили показать все, что мы лучшее, что мы за 40 лет сделали. Это 4 фрагмента театрализованных представлений. Сначала у нас, значит, действие происходит в избе. Это «Кузьминки» и «Святки». А второе деление – это улица, Троица и ярмарка. Русская свадьба, хороводы, казачьи песни и байки, масленица, Рождество. Всех творческих номеров и концертных программ, собранных за 40 лет, и не перечислить. А начиналось все когда-то с любительского хора «Культ работников». Ну, потом он как-то вот распался. Я ушла работать в Доме офицеров. И вдруг понадобилось вот хорошее такое качество. Вот. И люди, которые вот оставались в этом хоре, они пришли ко мне. Мы стали заниматься. И постепенно... Коллектив работников культуры во главе с художественным руководителем и идейным вдохновителем Ларисой Авдюниной вырос в фольклорный ансамбль «Родник», настоящую народную жемчужину Одинцовского округа. За 40 лет многое менялось. Кто-то уходил, а кто-то, наоборот, становился частью дружного творческого коллектива. Одно всегда оставалось неизменным. Стать участником ансамбля «Родник» мог любой желающий, несмотря на возраст и вокальные способности. Я никаких отборов и прослушиваний не устраиваю. Я считаю, что каждый человек талантлив. Моя основная задача – не выучить с ним песни, поставить спектакль, а вытащить из них этот талант, научить их, поднять их самооценку, чтобы они уверенно себя почувствовали. Сейчас в ансамбле «Родник» поют и танцуют 25 человек разных профессий и с возрастным диапазоном более полувека. Без дела творческому коллективу сидеть не приходится, признается Лариса Дмитриевна. В этом, вот сейчас, в ноябре, мы каждую субботу ездили на фестивали. Вот, 2 фестиваля в нашем окружные были районе, где мы заняли 2-3 место. А 3-й фестиваль – это областной. Мы ездили в Котельники, заняли 1-е место. 10-го мы едем в Раменки. Вот, на областной фестиваль нас отобрали по итогам видео. В этом году фольклорный ансамбль «Родник» стал лауреатом первой степени областного конкурса «Играй гармонь в Котельниках» и вновь защитил звание народного коллектива. Что расселись по местам, как синицы по кустам? А что? Синичка тоже зимняя птичка. Порую, сестричка. За все десятилетия было много побед и наград, но главным для «Родника» останется благодарная публика, которая с удовольствием ходит на их концерты. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».